В Башкортостане в 2020 году открыли 120 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. За счет экономии на торгах дополнительно построили 9 ФАПов. В этом году планируется открыть еще 66. Об этом на здравчасе заявил вице-премьер, министр здравоохранения республики Максим Забелин. Но также в этом году ожидается и ввод в эксплуатацию детской и взрослой поликлиники в Бирске и Чекмагуше. Продолжится строительство поликлиники при Демской больнице в Уфе, а также начнется возведение новых поликлиник в Баймаке и Мисигутово. Дополнительно в 42 поликлиниках по всей республике стартует и капитальный ремонт по единому брендбуку. Ну, вот, кроме того, для 67 учреждений первичного звена республика закупит высокотехнологичное медицинское оборудование. Ну, вот, будут приобретены и также 77 машин скорой помощи. Мы там просто договаривались, ну, я понимаю, год сложный, ну, минимум по 100 ФАПов. Но мы перевыполнили эту задачу в 2020 году. В 2021 немножко недовыполняем. Будем добирать, соответственно, последующие годы. Но примерно так условно наш план был, что включительно 2024 год, если брать, то где-то получается 500 ФАПов. Ну и также на здравчасе обсудили диспансеризацию населения. Она охватит в этом году 930 тысяч человек. Первый этап осмотра прошли более 105 тысяч жителей. По его итогам около 2% пациентов направили на дополнительную диагностику. Еще столько же на санаторно-курортное лечение. Ну а 69 человек госпитализировали.